О красоте природы, любви и необычных простых людях. В выставочном зале музея Васнецовых готовится к открытию большая выставка сразу двух кировских заслуженных художников России – Александра Веприкова и Николая Поликарпова. У них на двоих одни и те же юбилеи. Обоим по 70 лет и ровно полвека со дня первой в их жизни выставки. Поэтому и отметить эти события решили вместе. Несколько залов выставочного центра поделили поровну. На этой совместной экспозиции художники решили показать кировчанам свои корни. Александр Веприков родился в Уржуме, Николай Поликарпов из села Полом. Поэтому в основном на выставке пейзажи родных мест, натюрморты и портреты. Но для своих друзей и посетителей выставки они подготовили несколько сюрпризов. Сделаны баннеры с маленьких набросков, которые размером были с ладошку. На собраниях Союза художников, на каких-то отчетных выставках я сидел в зале и делал зарисовки с друзей художников. Вот из маленьких набросков их в величину ладошки показывать неудобно. А здесь я их решил как-то привести к единому и показать всем. И живущая Вера Ушакова, художница, и Толя Белик, и Виктор Харлов, Набиуллин, Саша, Николай Жолобов. Они все здесь и вот придут завтра, будут хихикать над собой и надо мной. Несмотря на то, что выставка посвящена 50-летию творческой деятельности, на ней нет первых профессиональных работ художников. Они называют эту экспозицию крайней, то есть хотят сказать всем, что вполне успешно работают по сегодняшний день. Кстати, и Александр Веприков, и Николай Поликарпов до сих пор преподают в Вятском художественном училище.